Пока у меня все. Хорошо, мы сейчас выслушали позицию Николая. Сергей, на самом деле, я думаю, что сейчас нужно взять паузу, да, для следующей сессии. Объясню почему. Потому что высказано в адрес друг друга определенное количество претензий, в первую очередь, да. Мы с вами смогли, как я считаю, сегодня найти точку соприкосновения, то, с чем вы согласны, и Сергей, и Николай, это что задача первичная была максимальная прибыль и минимализация расходов. С этого начинался ваш бизнес. Я предлагаю сторонам к следующей сессии определиться с тем, на каких условиях они готовы продолжить сотрудничество, на каких условиях каждый готов выйти из состава учредителей и начать нашу следующую сессию с нового старта, с обсуждения уже того, как мы можем дальше продолжить решать вопросы. При этом, Сергей, полагаю, что вам необходимо по пожеланию Николая подготовить отчеты, которые связаны с бухгалтерией, да? Директор-то я, это мне, пожалуй, надо готовить вам, отчеты, да? Да? Да. Наверное, вам, да. Вам подготовить, нет, Сергею, если он может, то сделать выписку, да, сделать выписку банковскую, если вы готовы с вашей карты, это ваше личное желание. Почему полагаю, что, возможно, это необходимо сделать, чтобы восстановить баланс доверия ваших отношений, потому что, как мы услышали, для Николая это является очень важным, куда уходят денежные средства, и действительно ли они уходят, либо эта ситуация является у нас надуманной, да? Это очень важно. Со своей стороны, Николай подготовит к следующей сессии всю бухгалтерию, мы посмотрим вместе и дальше продолжим уже искать выход из вашей конфликтной ситуации. А можно небольшое предложение внести? Да, конечно, можно. Если мы посмотрим слайд номер 5, разверните, пожалуйста, себя его на экране, Сергей. Баланс общества. Видите, я сейчас вышел из роли Николая. Да. Просто комментарий даю по кейсу. Да. Как видите, в этом балансе, если у нас хватит еще сил и времени, есть деликатные статьи, их трудно обсудить. Посмотрите, пожалуйста, пассив, строка «Нечто иное». Пассив, вот. Видите, да? Это Сергей, вот, это сколько? По-моему, да, вы хорошо разбираетесь в бухгалтерии, в финансах. Да, почему такое произошло? Потому что у нас уставный капитал всего 10 тысяч рублей, да? Вот это оборудование, которое вы видите, нематериальные активы, лицензии, потом оборудование, 1 500 000. Я хочу добавить, что все-таки в последний вечер Николай провел инвентаризацию. То неоприходованное оборудование, которое так, было есть, в наличии, да? Вот оно да, дает в сумме 1 590 000. Это полтора миллиона, да? Почти 1 600 000. Оно, образно говоря, да, 1,5 миллиона, я говорил.